Андрей, сегодня сыграли два матча. В первом против Black Match Mafia одержали уверенную крупную победу. Ожидали то, что получится настолько уверенно обыграть? Возможно, сказалось на игре Мафии то, что они до этого играли в другом турнире? Нет, конечно, не ожидали. Знали, что соперник сильный, готовились. Ну, так пошло по ходу игры. Забили один, забили второй. Уже как бы понимали, что с преимуществом играем и вперед не лезли. Потом, соответственно, пошло еще дальше. 3-4. Ну, соперник пошел вперед, а мы воспользовались их ошибками. Вот так получилось. А что касается второго матча, то, да, уже немного, наверное, сказалась усталость после первого. Думали, что соперник будет не такой сильный, но оказалось крепкий, поэтому в борьбе проиграли, но что тут поделаешь. В первой игре тебе удалось оформить хет-трик. Насколько для тебя данный результат оказался неожиданным? Как можешь оценить свою игру и игру партнеров, которые тебе сегодня помогали забивать? Мне личные свои навыки, качества и забитые мячи, так сказать, не важно, главное – командный результат. Но все равно приятно, когда забиваешь 3 гола. Да. А командой я доволен, мы, особенно первой игрой, второй, конечно, чуть не хватило, но будем работать.